Че, не долетаешь? Нет. Я тебе указал новую метку. Ну, зашибись. Сейчас я там залутаюсь. Пойду. Мать вашу, о, повезло! СКС. Третий шлем и третья броня. Каваха! Хорошая штука. Сюда идите, СКМ! Я М16 и ЮМПик взял. Меня это, в принципе, устроит. М16 чуть подальше, а ЮМПик для бли... О! Все, я... Залутался. Меня все устраивает. Тебе девятки не нужны патроны? Я выкидываю тогда. О, мы чётенько оказались.
У нас был гость, и он не сразу умер. Должен быть еще здесь кто-то рядом. Вряд ли он один прибежал. Он был в ангарах. Надо высматривать. Где он? Итан, дай инфу. Сейчас я пытаюсь его обойти. Заныкайся. Я только не вижу, где он. Где-то в ангаре, да? Идет ко мне, идет ко мне! Убил! Все, красавчик. Он сразу умер, правильно? Калаха в голову! Что ты хотел? У тебя есть чем лечиться? Бинты бы. Ты меня слышишь? Бинты мне. Сейчас. Почему ты сейчас меня слышишь, а до этого нет? Я не знаю, может у тебя активация по звуку? Я нет, тебе у меня говорю, активация по кнопке. Ой, по кнопке, вот именно что. Я нажимаю так... кнопку, всегда Итан, нажимаю. У меня активация голосом. У меня никаких проблем. Кнопке. Видишь, я тебя не слышу. А сейчас слышишь? Вот сейчас, да. Ты просто такое ощущение, что ты отмалчиваешься. Прием, ну пошли отсюда. Пойдем. У меня активация, у меня активация одна и та же. Сейчас меня слышишь? Да, да, сейчас слышу. Точно слышишь? Да. Точно слышу. И сейчас. А сейчас слышишь? Да. До этого шепотом ты очень тихо говорил, еле услышал. Странно, клянусь, странно. Я буквально ору, у меня даже на записи это не слышно. Вот сейчас ты да, сейчас ты громко говоришь. Просто когда какая-то заварушка, я даже подумал, ты отключаешь микрофон. Просто молчок полный. Я уж не стал тебе ничего говорить. А куда бежать-то над линк? И мы это, блин, в принципе, нам особо дергаться не надо.
Можно сюда заскочить. Рядышком. Машина едет. Они мимо проехали. На Power Grid едут. Вдалеке не надо их отстреливать. Может, встретим их, пойдем? Смотри, здесь 2Х лежит. Иди сюда, здесь. Ну что ж, теперь у меня нормальный Калаха. Тебе зеленые не нужны патроны? Ну, если ты что-то сказал, я тебя не слышал. Опять не слышишь? Вот сейчас слышу. Эти зеленые нужны, и мол, тишина, но я их забрал. Я тебе могу 7,62, две обоймы, по-моему, мне скинуть сейчас. Да, 60 штук. Вот здесь 7,62 еще. Еще 60. Так, они на Power Grid. Можно постреляться. Вот где именно они? Может, уехали. Тебе, кстати, Игорь тогда предлагал поиграть, потом говорит, что-то ты с ним разговаривать не стал. Когда я ушел в прошлый раз. Да, не там, на Power Grid. Я не знаю, я с миником 4Х у меня, стоит ли рыпаться? Если не для победы, можно побежать на мясо и все. Если ты что-то говоришь, то ты вообще молчишь. Сейчас слышишь? Сейчас, да. Вот этого... почему-то, когда я тебе говорю, что ты молчишь, ты после этого начинаешь говорить. Я до этого много чего говорил, буду говорить. Я не знаю, что у тебя... Активацию голоса поставь, и все, и проблем не будет. У меня никогда проблемы такой не было, это только ты с тобой сейчас. А я просто, может, обращаю внимание на это. Я до этого не обращал, но ничего тебе не говорил, может, и остальные тоже не говорили, если ты с кем-то еще играл. Потому что это и вот в прошлый раз ты отмалчивался, мы когда что-то тебя спрашивали, М16 надо, я тебя тогда, когда с Игорем играли, ты молчишь. Не помнишь? Молчу там, я. Ты если там молчал, я это. Думаю, чудно. Я потом еще Игорь говорю, он, наверное, когда в катке может выключать, чтобы не отвлекаться. Докажу я тебе это потом. Ну хорошо. Ладно, пойдем отсюда. Ну да. Так что тебе надо проверить твою активацию голоса. Может, залипает как-то кнопка. Я активацию голосом поставил, у меня микрофон наверх поднимается на наушниках, и все, ну, моментально отключаю, если надо тишину.
Я как не парюсь кнопку там нажимать. Когда заварушка какая-то, надо говорить, чтобы лишнее дергание кнопкой, это я стараюсь этого избежать. Блин, там непонятно. Вроде закрыта дверь. Да. В принципе, я не знаю, стоит ли лутаться еще. У меня вроде как все есть. Стоит. С трупа возьмем. И ты, конечно, ты не слышал. Че с трупов возьмем? Вот сразу, теперь ты слышишь меня. Не, сейчас слышал, да. Но я врать не буду. Машина здесь, осторожно, здесь машина! Все, понял. Это значит, кто-то здесь бегает. Тихо. Так, сзади мог давай. Так, рядом здесь кто-то. Крыша спрыгнул. Идет к машине. Давай, с той стороны, я с этой. Он в разрушенное здание зашел. А спрыгнул с крыши, где он я. Он правее меня. На 106. Тихо, не шуми. Он затаился. Ты меня слышишь? Сейчас, когда спросил, да. Я возьму его машину и спровоцирую его. Ты убьешь его, ладно? Ну, я постараюсь. Подойди ближе ко мне, я возьму машину и поеду назад. Я просто не представляю, где он может сзади оказаться. Здесь чисто, иди ко мне. Давай. Я беру машину, ты его поджидаешь. Да. Он вообще молчок. Клянусь, я видел его. Я тоже его видел. Все, я ухожу. Стреляют по мне. Вон, на дороге двое.
под поле не лезь. Красавчик. Еще кто-то вроде стрелял по нам. Мы жесть как запалились. Надо наверх идти, что ли? Давай наверх. Давай, я надо с трубок что-то взять. Срочно. Чё? Трубам подъехать и взять с них троп. Но мне хватает. Зона уже пошла, не надо. Не рискуй. Чё, у меня миник и 4Х. Кто-то рядом с нами. За холмом. Оно того стоило, хотя бы аптечку заприметил. Двое, я убил их, они в кого-то стреляли на горе. Блин, меня по мне работают. Откуда, не понял. Ты не видишь? Наверху, на горе. На НЕ, НЕ. А, блин. Стой так. Он бежит к нам. Гранат хочет кинуть. Блин. Мимо пройдет. Нет. Все, Итан, ладно, спасибо за игру, я отойду. Ну, пока. Не знаю, приду, не приду.